были очень хорошие моменты, но не забивали. Да, у соперника тоже там было два момента, но у нас, я думаю, что были больше и лучше. Ну, просто не реализовались. Мы бы забили в начале один или два гола, то, я думаю, было бы по течению игры было бы легче. А буллиты были к ним готовы? Ну, если не забил, то, наверное, нет. Надо, значит, еще тренировать. Хорошо. Не факт какой-то. Плохо бью, значит. Первый тур, и все новички победили. Что произошло? Ничего не произошло. Больше новый чемпионат, да. Новые, как бы, новые команды, да. И для нас это как бы не новый вид спорта, да. Мне просто для меня как бы год был пауза, да. Вот сейчас как бы собрали новую команду с севера, да, предложили как бы быть тренером и помочь. И почему нет? И как бы видно с первого тура, что мы будем бороться за каждые очки и за каждую победу. То, что мы сегодня доказали. И плюс молодые ребята, что у нас в команде, как бы по чуть-чуть будут набираться опыта. И с каждой игрой мы будем все набирать.